41-летняя Ирина Пегова продемонстрировала результат работы над своими формами. Популярная актриса поделилась интересными кадрами из спортзала. Звезда сериала «Акушерка» сейчас находится в Минске на съемках нового сезона телепроекта. Ирина совмещает игру в кино с активным отдыхом. В Беларуси нет карантина из-за пандемии коронавируса, и все заведения работают в обычном режиме. Артистка побывала в тренажерном зале. Пегова сделала несколько селфи перед зеркалом. Она позировала в черной толстовке и леггинсах в космическом принтом. Образ дополнили удобные кроссовки в ярких тонах. Актриса собрала свои светлые волосы назад, она отказалась от грима и маникюра. Видно, что Ирина довольна своим отражением. Ходила на тренировочку, занималась теннисом. Указала она. Кинозвезда прошлась по набережной и записала прогулку на видео. Ее внимание привлекли утки, которые кружились вокруг. В кадре Пегова запечатлена без макияжа. Ее лицо озаряла улыбка. «У нас в Минске нет самоизоляции, поэтому в свой выходной я гуляю. Находила 21 километр». Эмоционально высказалась любимица телезрителей. Поклонники похвалили Ирину за открытость и совершенствование фигуры. Некоторые фолловеры позавидовали возможности свободно передвигаться по городу и напомнили об опасности. «Карантина нет, а вирус есть. Берегите себя, да все закрыто, а залы открыты. Безответственно как-то классно вам, тоже хочу в зал. Вы, красотка, заметно похудели, какие стройные ножки. Супер. В Беларуси нет коронавируса. Вы очень красивая женщина, но соблюдайте осторожность. Худышка. Так держать». Написали они. Пегова заверила, что не боится заразиться коронавирусом. Артистка считает, что у нее хороший иммунитет. «Я выросла на коровьем молоке и меде. Наша семья питалась тем, что сама же выращивала в огороде. К тому же я всегда вела активный образ жизни, не курила и много занималась физкультурой», — рассказала Ирина в прямом эфире Instagram. Ее 14-летняя дочь Татьяна сейчас гостит у бабушки с дедушкой в Выксе Нижегородской области. «Я бы свалила к себе на родину и с удовольствием мыла окна к Пасхе», — призналась Пегова. Актриса похвасталась красотой своей дочери. Ирина Пегова очаровала фанатов сексуальным образом в мини-платье. Певица Анастасия Каменских придерживается режима самоизоляции, но также активно тренируется. Жена рэпера Потапа раскрыла 5 секретов тонкой талии и упругих ягодиц.